видим, что это не так просто, как кажется. Вот. Значит, вот об этом Чух. И самых удачных я сказал об этом Чух. Продажа душ. Конрад говорит, приехавший к предполагает по продаже душ, что они покупают душу в американских городах и подают их в России. Тем больше, как бы наоборот, официальная пропаганда полагала, что типа это американцы труп покупают душу советских граждан. А здесь наоборот, продают по советским граждан. Вот, значит, в числе всего прочего также была полна душа Невохова. Но только на некоммерческих обстоятельствах за $0 сколько центов. Поскольку китовар был страх, я думаю, что поверить на процентах, что-то вот. Вот, значит. Вот. Значит, вот это вот Александр Брин. Он, видимо, сам относится к числу самых знаменитых акций. Русского искусства нарисовал в музее Стейнберг у Бартона зеленой вязки. Собственно говоря, вот он здесь сам нарисовал. Собственно, сам Брин выступал против монетаризации авангарда. Что из вот здесь просто очень плохо видно, плохое изображение. Это вот белая картина супермотизм или белый квадрат на белом фоне. Брина имела в виду, что супермотизм Владимир Сергеевич Малевич придумал не для денег, а ради абсолютно беспредельных целей. Вот. Но в результате все ценится на деньги. И я бы здесь оказалось так, что его всячески держали. Вот еще один Олег Кулюк, который нежным поросеночком в руках, и одна рука у него была таким, как будто проповедовал на Даниловском рынке. Ну, как вы видите, здесь написано, то есть, конечно, торговцы могли бы из этого храма его напротив погнать. Но все случилось наоборот, как-то, видите, здесь даже видно, как они все необычайно развеселились. Все пошло. То есть вот очень часто бывает так, что ну, подобного рода проповеди оказывается не вполне так. Продолжение